Приветствую вас, мои дорогие творческие друзья, с вами Фёдорова Катя и канал Нарисуй. В этом мастер-классе мы с вами завершаем тему осенних пейзажей в этом году, и в следующем месяце мы с вами будем готовиться уже к Новому году. Я думаю, что мы попишем тигрят. Итак, эта работа также квадратный формат, то есть мы придерживаемся выбранной линии для этого месяца, но работа крупнее. Таким образом, мы с вами сможем действительно поработать над разнообразными интересными деталями. И сразу могу сказать, что для этого мастер-класса я советую применять также кисти разных форм, в частности, зигзагообразную выстриженную кисть, с помощью которой здесь мы попишем травку. Небо. Очень простое, все то же сочетание кобальт и небольшое количество фиолетовый, достаточно светлое. И здесь можно взять флейт пошире. У меня это номер 25 гамма, можно взять кисти и побольше. Они дадут вам возможность достаточно быстро работать на большем формате. Растушевали, и далее мы с вами переходим к дальнему плану. Он здесь не очень сложный, так как в основном мы будем сосредоточены на работе на переднем плане. Осенний лес, деревья, и также я предлагаю здесь написать беседку, точнее даже, наверное, ротонду, и такие элементы, архитектурные элементы в пейзажах, особенно в осенних пейзажах, смотрится достаточно интересно. У нас есть несколько очень таких запоминающихся ротонд в парках вокруг Питера, в том же Павловске, и, соответственно, если вы любите гулять, наверняка вы их видели. На мой взгляд, они обогащают композицию, то есть можно действительно написать, в том числе, то есть модифицировать работу в соответствии со своими какими-то впечатлениями от прогулок. Эта ротонда будет максимально простая, я покажу, как ее построить без эскиза, то есть с применением рулончика скотча и, соответственно, плоских кистей для того, чтобы выписать колонны. Ну и для тех, кто все-таки больше любит работать по эскизам, также к этому мастер-классу эскиз отрисован, его можно распечатать, он подготовлен к печати, да, и воспользоваться им перед тем, как работу по беседке выполнять. Также этот мастер-класс может быть выполнен без беседки, таким образом можно будет выполнить его быстрее и проще, да, потому что такие элементы, конечно же, требуют от нас определенной аккуратности и также времени на выполнение. В этом мастер-классе мы попрактикуемся с вами в работе с помощью фольги. Она дает такой характерный отпечаток, очень интересный, ажурный отпечаток, и, на мой взгляд, осенние листва, листва, в массе которой уже потеряна часть листьев, прозрачная, она достаточно близко имитируется с помощью отпечатков фольги. Здесь можно посмотреть демонстрационную версию, ускоренную, и в то же время она короткая, дает возможность очень быстро ознакомиться с основными этапами создания работы. Пошаговая версия длится 1 час 51 минуту и доступна, как обычно, по ссылочкам под этим видео на спонсоре и Патреоне. Спасибо всем, кто присоединился сегодня ко мне на канале. Желаю вам приятного просмотра.
Thank you.
Работа подошла к концу. Она все-таки достаточно сложная, хотя бы потому, что не такая короткая, не такая быстрая, как предыдущие две. Пожалуйста, если вы беретесь за нее вместе со мной, помните, что мы начинали работы пошагово с что попроще, и постепенно двигались уже к усложнению сюжета. Друзья мои, не забывайте подписываться на канал. Нас с вами ждет серия по тигряткам. Увидимся с вами в следующих видео. С вами была Федорова Катя, канал Нарисуй. Всем пока-пока.